Всем привет, привет, тут солнечная Италия на проводе. Господи, пока снимала видео, не туда нажала и радио отключила. Для меня это паника, если в доме не работает радио. Я варю картошечку, ну, в мундирах, скажем так, да. Самый удобный вариант, потом поставил в холодильник, она стоит у вас. И что я сделала, девчонки? Сейчас вам покажу, мальчики, мечи. Во-первых, я открыла коронку. Ай, коронка! Выпили всю корону. Что это такое? Моя роза, кстати, которую я переставила на это окошко. Сначала пускала росточки, росточки, росточки. Я так обрадовалась. В итоге кронштейн. Капусту нашла в холодильнике, залежалась. Не знаю, если можно есть, потому что я, наверное, думаю, в ней паразиты. Я, наверное, дам Клеопатре ее этим улиткам. Я, знаете, что уже сделала? Я уже сделала грибочки с оливковым маслом и с лучком. И я их убрала в холодильничек. Так, показываю вам свою сумку. И эту сумку, да, я уже сварила, у меня остывает капуста цветная. Можно, я ее прям так могу лопать. Балдежная. Сейчас я ее сделаю в муке и с яйцом, чтобы она у меня была готова, я потом ее приговорю. Чтобы не забыть. Сумку, которую я взяла, некоторые из вас могли видеть во влогах, когда я зимой снимала. Не зимой, а коллекция весна-лето. Я снимала в этом магазине. И вот сейчас на нее пошли скидки. Их оставалось всего 4 последние сумки. Почему именно это? Потому что она интеллектуальная, неординарная, именно и артистичная. Я считаю, что эта сумка очень артистичная. Точно так же, как и наколки. Надо уметь их носить, если вы делаете. Вот, чувствовать. Поэтому эту сумку тоже надо прочувствовать. Мне она очень нравится, она вот дополняет какой-то шарм ко мне. Особенно если одеть, она желтого цвета. Я не знаю, почему меня потянуло на желтый цвет, потому что многие покажутся, ну и покрывало желтое, тут и сандалии желтые. Не знаю, ни один из моих любимых цветов. Покрывало я взяла, чтобы было, для разнообразия. И туфли желтые я тоже взяла, чтобы было. Ну и судя по комментариям, когда я мерила босоножки, многие написали, бери, я сначала взяла красные, написали, возьми себе желтые. И никто из вас там не ошибся. Классно. Мне хорошо. Под желтую шляпу вообще будет шикарно завтра поеду. Так, картошка доваривается. Па-па-па-пам. Вот она моя сумка. Единственное, что попросила, чтобы в эту сумку добавили лямку. Она стоила, она самая дешевая, потому что здесь пластика. Была другая, тоненькая, более классическая. И можно было не покупать вот этот вот элемент изящности. Можно было не брать. И там, по-моему, стоит 4 рубля. И как бы сумка была бы без ничего. Но мне кажется, что красный с желтым очень хорошо. То есть вы сами ее украсили. Это можно потом отцепить, повесить сюда, допустим, другой значок, там, морскую звезду. Я море люблю. Я написала в комментарии, я море не люблю, почему мы едем в бассейн. Я море люблю. Я, наверное, как-то с детьми столько наездилась в бассейн, этот, на море. Столько воевала с этим песком, потому что на пляже я ездила на бесплатный. Этот песок черный, этот все вот на полотенцах. Не знаю, хочется в бассейн, я не знаю почему. Хочется в бассейн. Тем более, у меня не было возможности июнь и июль ездить отдыхать. Сумка очень классная. Единственное, в ней недостаток, как многие, наверное, подумают, что, видите, она не ставится. То есть ее такой поставить, как сумку, невозможно. Хотя, кто сказал? Вот. И ее надо, конечно, застегивать, потому что, когда она висит на плече, она же такой перекручивается, и здесь очень глубокий вырез. Очень удобная сама вкладка, да, вы знаете, что сумки Обек листы собирают, наверное, около 3 сантиметра, который вы можете собирать сами. И вот этого можно было поменять сюда красные, приделать вставку, да, здесь вот такие вот штуки, которые откручиваются, вы вынимаете вкладку, вы ее стираете и потом... Вот.
гостья собирает, которые над бордюром, не в самом саду, а над бордюром. То есть здесь очень неудобно тем, что вы открутили вот эту штуку, вынули, постирали, захотели, другой купили вставку. Но она, естественно, она, конечно, летний вариант, потому что такой оранжевый цвет, естественно, в зиму ты, наверное, с ним не пойдешь. Очень удобная вставка, потому что несколько карманов, большой карман, и здесь еще два маленьких кармана, то есть для телефона. То есть телефон не потеряется, в самой сумке телефон не потеряется. Мне нужно купить новый кошелек. То есть мне очень понравилась вкладка. И вообще, изначально ее надо носить, была в руке, то есть вот так вот вы можете носить. Я захотела ремешок, потому что летом все равно рука потеет, как-то это. Я захотела ремешок, хотя она здесь, ну опять же, жарко, все липнет, да, если там какая-то майка на вас смотрится, мне кажется, она шикарна. Мне кажется, смотрится она просто шикарно. Посмотри, какая изящность, какая красота. То есть ее можно носить так. Я попросила специально лямку красную. Лямки можно любого цвета выбрать. Но так как здесь уже красный кукловод, то, естественно, красиво будет это. И все, она очень неординарная, она не похожа ни на кого. Я ходила с ней в магазин, и, конечно, здесь регулируется, можно сделать меньше, можно сделать больше. Я, конечно, с ней завтра не поеду, хотя можно было бы с ней ехать, да, в этот самый бассейн, но я поеду с какой-нибудь простой сумкой, чтобы не таскать по автобусам и не таскать по поездам, потому что мы будем ехать на поезде, ехать мы будем рано, надо выезжать рано, чтобы было место, я вам сказала, да, чтобы будет все забито. Это, во-первых, мы договорились, что мы не будем брать с собой еду, раз уже мы едем с семьей, мы уже там пообедаем, да, мы как устроим праздничный обед. Уже, ну а что, ехать с бутербродами, это уже каждый из нас самостоятельно может поехать. Первый раз, так как мы едем с семьей, поэтому ничего страшного, поедем так. Почти картошка доваривается. Вот такая вот сумка. Мне кажется, очень симпатичная, очень неординарная и индивидуальная. Такой индивидуальный подход к моде у меня. Мне очень нравится сумка. Я не хотела ее брать, и София, мама, ну их всего 4 осталось. Ну, значит, они пользуются популярностью у молодежи. Ну, возьми. Здесь вот видите, написано ОБЭК. Вот здесь написано. Здесь написано ОБЭК. Вот, очень приятно. Я же еще раз говорю, я читала комментарии, где писали, что можно купить на эти деньги. Ну, я, во-первых, это со скидкой, вы не забывайте, что можно купить сумку кожаную. Если вам нравится, конечно, но что вы кожаную сумочку купите, черную, что вы будете с одной черной кожаной сумочкой ходить, ну и в принципе-то выделяться, ну есть красивые, дорогую, допустим, мы себе не можем позволить, допустим, мы купим какую-то обыкновенненькую и будем как обыкновенненькие. Мне кажется, что это придает именно вот изящность вообще всей нашей красе. Почему бы и нет? Если одеть черный сарафан, одеть черные, одеть желтые босоножки, все, смотрите, какой красивый наряд получится. Мне она очень нравится. Да, она необычная, она удобная внутри, я с ней уже ходила, она удобная, она не тяжелая. Это такой летний вариант, мне кажется, что это очень классный весенне-летний вариант. Она здесь спокойно, вот сюда вот на плечо, она спокойно сюда. Смотрите, какая красивая дама. Дама сдавала багаж, дама не сдает багаж, дама ждет багаж, дама едет в Гагры. И мне кажется, вот это вот спортивное такое, как я люблю, потому что там предлагала она такую тоненькую кожаную спортивную, но мне классическую. Мне вот нравится больше всего, конечно, вот спортивно. Такой вот элемент мне очень нравится. В магазин удобно ходить тем, в том плане, что ты повесил ее здесь или сюда, это самое. Здесь два кармашка, она с двух сторон застегивается. Да, она необычная, она будет привлекать к себе внимание, потому что она необычная. Она не такая, как у всех. И мне это нравится, и мне нравится быть не как все. Фриковская сумка. Для меня слово фрик, транс, для меня это не... Ну, для меня это комплименты, так что как-то так. Девочки, еще же запах-то, от чего может запах идти? Девочка написала, может быть, от коробки, но я же ее выбросила в коридор, а пахнет у меня вот в этом углу. Может, я за что-то вчера руками схватилась грязными. Нет, такого, что прям вони нету, но все равно. А, девчули? Красота, красотень. Ну что вы, скажете, мальчик? Да, она вот такая. Это вы можете отстегнуть или можете убрать вот сюда вот вовнутрь, чтобы она вам не мешала. Допустим, если она вам не нужна, вы хотите вот так. Все. Опять же, аксессуары вы можете подбирать сами. Здесь тоже, видите, написано «бэк». То есть аксессуары к сумке вы можете подбирать сами. Вы можете выбрать любой цвет, там, или зеленый, или синий.
Но мне кажется, сочетание красного и желтого очень хорошо. Тем более, учитывая, что у меня еще есть красные босоножки. Вот она стоит. Учитывая того, что у меня есть еще красные босоножки, красные волосы, мне кажется, лямочка и вот это вот, оно как-то будет весь добавлять, весь скандальный образ. Мне она нравится. И мне точно так же нравится эта сумка. Это мои первые, одни из любимых сумок, которые у меня. Эту я помою. И эту спокойную сумку можно носить осенью. Можно носить спокойно ее. То есть цвета тоже, видите, красные присутствуют. То есть эта сумка тоже очень красиво смотрится. Но Кобек, она тоже не уступает своей оригинальностью. И это мне нравится. Вот из-за того, что здесь есть красный, синий, такой вот цвет пастельный. Такой бежевый. Вот. Эту я сумочку приведу в порядок, помою. Вот, отделю место для сумочек, и у меня будут красивые сумочки. Я хочу купить вот такие вот духи, и ношу с собой пробник. Ношу с собой пробник, чтобы не забыть. Девочка одна мне написала, говорит: «Марина, вам понравятся, наверное, обязательно духи Gucci», и написала потом название. Я сделала скрин, когда буду парфюмерия на магазине, если у меня будет возможность, я это самое куплю себе, ну, понюхаю, если мне подойдет, я обязательно воспользуюсь вашими пожеланиями. Сейчас я хочу купить себе вот такие духи, и поэтому ношу с собой пробник, чтобы ей показать. Все. Эту я протру сумочку. Ее надо протереть. Протру и все. И буду носить. А что? А как? Зато их будет несколько сумок. Правильно, девочки писали, сумки. Сумок не должно быть двое. Тем более, это сумка со скидкой. Точно так же, как и вот эта сумка со скидкой. Сумки купленные со скидкой. Это тоже сумка удобна. Видите, здесь и тоже здесь лямка такая спортивная. Но здесь лямка уже была в наборе. То есть уже, видите, протру, уберу и буду с удовольствием носить. Буду приучать себя носить с удовольствием сумки. Вот такая вот у меня была сумочка. Смотри, купленная. Все. Другую я приведу в порядок. Так, картошка наша, что там у нас там по картошке? Мы ее сольем. Я солю картошечку. Так что я всем довольна. Молодец, София, что уговорила. Маленькую сумку можно было взять только у Софии, потому что их всего было две. Воду открыла, потому что у меня труба из пластмассы. Чтобы слить горячую воду с картошки, мне понадобится открытая вода. Сейчас поставлю, сделаю сразу капусту цветную. И сейчас я вам кое-что покажу. Сейчас. Лучше бы они за домом бы поубирали. Они иногда убирают, но давно они уже не убирали за домом. Они там иногда тоже этой пшикалкой пшикают, которая разгоняет листья. Так. Что хотела вам показать-то? А, смотрите. Сейчас я вам покажу. Это София с Джорджу ТикТок. Но не потому, что там типа... призываем, чтобы вы подписывались. Ну, в любом случае, вот так вот он называется. Вот так вот называется их ТикТок. Подходите, подписывайтесь обязательно. У них интересные видосы есть. Вот. И хочу вам показать. Они же прикупили дом для котика. Вот они собирают. Вот и пришла им посылка. Они заказали. София очень хорошо относится к животным. Она любит животных. Она сразу все предусмотрела. Заказала сразу для мытья полов. Для котов. Для котов она заказала сразу еду, для мытья полов моющее средство и сразу заказала себе домик. Потом она заказала себе еще и воду, поливалку. Я посмотрела, что она заказала себе и тоже заказала себе. Сейчас это она очень долго там говорит что-то постоянно, я не знаю. Какие-то проблемы у нее там, я не знаю. Жарко, очень жарко. Сейчас, давай уже, София, стринь же, много бла-бла. Говорю я. Я так хотела сегодня учугу поесть.
ну, вот эта рыба с картошкой, но я завтра шапухшая стану от соленого. Поэтому, наверное, я с грибами, не наверное, а я грибочки уже сделала, с грибочками. C'erano anche altri colori, ma io l'ho scelta così perché secondo me è davvero carina. E adesso farà un po' caldo per finirci dentro, infatti non lo voglio svegliare perché adesso sta dormendo. Ma qui si красиво. Сама выбирала она. Sono felice. Amore, come è stata montata difficile? Ma ti piace il piccolo Simo a te? Cosa sta facendo? Красиво, молодец. Поэтому, если кому-то интересно, вот так вот называется ТикТок. В ТикТоке ведут свой влог. А, какая жара! Так, у меня хоть картошка вся пробивала. Да, ну картошка нормальная. Боже, как у меня чисто, как хорошо. Можно уже открывать окошко. Потому что здесь у меня вот так вот, видите? Даже иногда кажется, что если сетку закрываешь, мне кажется, что даже меньше воздуха проходит. Смотрите. Видите, видите, они вот здесь вот около бордюрчика почистили, видите, а вот здесь, конечно, нет. Здесь они тоже иногда заходят и убирают листья. Листья падают от не того, что осень, а от того, что от жары листья падают. Вон дерево как разрослось мое, видите, зелененькое там. Привезла этого самого земли, я уже говорила. Мне кажется, когда сетка закрыта, мне кажется, даже этого воздуха нет. Я не знаю, пусть будет открыто, наверное, пока. Потому что я потом все равно вставлю от комаров штучки. А, перевернула. И стало хорошо. Эх! О, Господи, прости, что скажешь. Будьте здоровы, девочки. Так. Я Софию уже подготовила. Я говорю, София, я же себе купила этот самый, чтобы она меня покрывало не забирала. Она говорит, я знаю, что ей хочется. Я знаю, что если я не куплю ей покрывало, она все равно, ну, они все равно на другое деньги там откладывают. Поэтому, да. Лифчики вот эти вот я хочу вообще отсюда убрать, потому что пользоваться я ими больше не буду. И телефоны надо отсюда убрать. А, это у меня еще хороший этот самый. Ну, в любом случае, надо куда-то их девать. Я не знаю, выкидывать нет, но убрать, потому что носить я их не буду. В домике у меня сейчас коты не пользуются, потому что домик сейчас очень жаркий для них. И поэтому, естественно, в домике они сейчас не залазят в домик. Он сейчас им вообще здесь ни к чему. А коробка у меня так и стоит, она ждет, пока я документы соберу. А когда я их соберу, я не знаю. Да? Когда я соберу их? Я не знаю. Я не знаю, когда соберу. Тебе надо почесать, кстати. Сейчас, где расческа? Иди сюда. Подожди, сейчас все по это. Угу. Да, птичкам домик строить. Птички домик построят. Стой, стой, стой. Вот здесь собирается, вот тут вот на ногах собирается. Вообще, я когда их расчесываю, я расчесываю вот так стоя. Вот здесь надо. Подожди, стой. Стой. Стой, две минуты. Вот здесь надо. Надо расческа, мне не нравится. Смотри, сколько от тебя. Ага, и там пошла легла. Это хорошо от этого самого. Птичкам кидать, они домики себе строят. Вот так вот хотя бы два раза прочесал, чтобы не собиралась. Все, девочки. Так, ну что? Так, ну что, сделаю тебе погромче телевизор. Так, и мне, ой, блядь. Мы так в детстве не делали, я помню, в детстве делала.
за кровать ударюсь и как трахну по кровати ногой. Блин, так нога потом болела. Мне, кстати, идут новые наволочки. Разные. Вот такие атласные, только разные, разного цвета. Тоже вот оферта дня. Ну, типа, успеете купить. Хорошо, сейчас хорошо, жара спадает. Прям сквознячок такой легенький-легенький чувствуется. Все, картошечка у меня готова. Саша захочет с огурчиком, с помидорчиком сделаю, потому что надо помидорчики доедать. У меня есть грибочки. Сейчас я себе сделаю картошечку с грибочком. С грибочками, с лучком. А, еще София сказала, надо не забыть. Она сказала, мама, говорит, в бассейн, говорит, возьми, говорит, шапку. Потому что, говорит, у тебя их много, говорит, я забыла тебе сказать. Вот эти вот я пока еще не одеваю, потому что жарко в них. Но они у меня стоят, и в них буду ходить. Она говорит, возьми, говорит, там, говорит, в пакете, где... где наши купальники все, там старые, такое. Она говорит, возьми вот этих, я хотела ехать в этих трусах. Надо их сегодня померить. Надо их померить, они такие бабские, нормально. Она говорит, возьми, там у тебя есть шапки. Я, по-моему, шапки куда-то перекладывала. Куда я их перекладывала, не знаю. Вот новый купальник. Кстати, мне кто-то из подписчиц его высылал. Он еще висит с этикеткой. Но я померю, посмотрю его сегодня вечером. Но я не хочу ехать в слитном купальнике. Я хочу, чтобы у меня живот загорал. Но я посмотрю. Видите, как хорошо, что залезла. Ну, по-моему, я шапки куда-то я их куда-то я эти шапки все переделала. Это тоже хороший купальник. Но он тоже слитный. Ну, такая жара, ну что это будет? Все на мне висеть. Сашенька, когда маленькая была, покупала. Я не выкидываю, рука не поднимается в хорошем состоянии. Купальники. Пусть лежат. Не знаю. Тоже хороший купальник, Сашин, слитный, тоже не носит. Нет, здесь шапок нет, куда я их? Давай сейчас вспоминать, куда я шапки дела. И один вот такой вот купальник красивый, видите? Тоже слитный, можно было бы его одеть. Но я не то, что я там не стесняюсь. Мне все равно, но если я такая, что я могу сделать? Девочки, куда я шапки положила? Блин, куда-то я их положила, с чем-то вместе я их убрала. Или она говорит, придется покупать новую, а у меня шапка точно была. Или, может, я их в костюмы положила, в сценические. У меня была резиновая шапка. Я помню, мне в ТикТоке танцевала. Девочка написала, Марина, вы поправляетесь, наверное, еще, потому что в ТикТоке перестали прыгать. Я не упала духом то, что там страницу там заблокировали. Ну, не то, что заблокировали, ее удалили. Ну, это, безусловно, неприятно. То есть это первый раз это было, ну, вообще неприятно. А второй раз это уже как-то типа, да, ну, понятно. Ну, как-то так я на это махнула, ну, что, типа, ну, пошли там люди с Ютуба, там, ну, пожаловались, там, ну, заблокировали, ну, если им от этого легче, они спят по ту сторону экрана, ну, что я могу сделать? Мне же от этого ничего не изменилось, я могу спокойно завтра хоть встать и плясать на другой страничке. Просто там она была какая-то, я не знаю, туда как-то, ну, какая-то душа, а вот еще, кстати, мой купальник, да, помните, я покупала? Блин, надо померить их. В принципе, не, ну, я буду прыгать там. Прыгать я буду. Ой, так и это Софиин купальник был. Ну, черный, что это? Ну, ладно, я померяю. Я не знаю, как оно все валяется. Вот это. Ой, мой любимый. Вот это бы я поехала. Мой любимый Джусткавали, Роберто Кавали. Обалденный. Но у меня здесь проблема с резинкой. Она растянулась со временем, наверное, потому что я ее стирала в машинке. Как-то их здесь что-то, если бы подделать резинку, я бы носила. Не выкидываю, потому что у меня в надежде, что кто-то мне его сделает красивым. А кто там не звонит? Суфья, наверное. Девочки, где шапочка? Привет, мама, у тебя там шапки нет? Я их куда-то переложила, девочки. Вы же знаете все. Все, что творится в моем доме, вы знаете, куда я их переложила. У Саши здесь есть специальный ящик. Вот в этот ящик она складывает все для моря. Может, вот здесь все полотенца лежат. А, вот шапочки есть. Ну, было больше шапочек. Было шапочек больше. Это сколько тут? Здесь только оранжевые. Но я их и возьму. А была еще синяя, была шапочка. Это Джорджу с Софией подарили полотенца нам. Вот такие вот. И я, наверное, возьму вот это одно из их полотенец, хотя оно мне не нравится. Но им будет приятно, что я пользуюсь их подарком. Вот такие миньоны. Миньоны, я не знаю.
Оно, я не знаю, если оно хорошо впитывает. Ну, я возьму, им приятно будет, что я пользуюсь именно их полотенцем, они деньги тратили. А так бы я взяла другое себе. И еще вот такое полотенце они дарили. Кстати, наверное, я вот это вот возьму. Красное с желтым. Вот. Типа два таких. Они дарили мне одно, один и Саше. Вот такое. Наверное, я вот это и возьму. Цветное. Цветное, шапочку. С собой ничего сказала, идите не берите. Говорю, там посидим, пообедаем, как нормальные люди. Один раз за все лето соберемся. Саша ходит, Саша купила себе белый, хотела. Потом она придумала, что здесь какое-то желтое пятнышко. Где она это желтое пятнышко здесь увидела, я не знаю. Или какое-то красное. Она сказала, что и в моем ходит в итоге. В итоге ходит мало. Хорошо, у нее здесь собрано. Молодец она, думала. Думала хуже. Так что, девчули, ну вот, все. Я с вами и собралась. Вот, моя сумка будет вся. Фиолетовую сумку влезет. Кошелек я весь тащить с собой не буду. Я возьму только деньги. И все. Заходишь в мою комнату, и красота. Знаете, я знаю, что я одно и то же повторяю 100 раз за мою комнату. Я просто обалдею. Для меня это так важно. Вот, вот такие важности в моей жизни. Представляете, насколько я люблю дом свой. Извиняюсь, это грибы. Дамская неожиданность. Знаете что, здесь в комнате другое совершенно было состояние, если бы здесь, если бы я закрывала шторы. Но я шторы не закрываю, потому что, ну, смотрите, я шторы не закрываю, чтобы воздух заходил, да, потому что если шторы закрыть, меньше воздуха. Вот смотрите, как уже по-другому смотрится комната, когда шторки закрытые. Конечно, когда шторки вот так вот висят, видите, колыхаются. Конечно, когда шторки вот так вот висят, намного симпатичнее смотрится. Но я что открываю, чтобы заходила ария. Ария – это воздух. Чтобы воздух хороший заходил. Надо все это разобрать. Ладно, тогда я померяю. Сегодня костюмчики померяю. Не знаю, в какой буду ехать. Не знаю. Ну что, мальчики, мужчины, первый костюм я, который мерю, блин, какой же он классный, какой же он легкий. Вот здесь, ну там получается мой лифчик. И сверху еще этот, вот. А так он, конечно, смотрите, как можно сисечки сделать. Он легкий, легкий, легкий. Вообще просто легкий. Он очень легкий, девчонки. Прям вот это вот очень легкое. Или этот можно было бы одеть. Еще вот один мой купальник, помните, по-моему, в том году я в нем ездила, или год назад. Тоже хороший, такой красивый, здесь все прозрачное. Вот так вот он смотрится. Классно, у меня же настроение поднимается. Еще один последний. Ни разу не одевала. Присылала подписчица. Здесь, я так понимаю, можно еще вот так вот завязать его. Ну, понимаете, это и он слишком закрытая спина. И в нем будет реально жарко, потому что здесь спина закрыта по самой гланды. Нет, этот прям стягивает. Неплохо. Черные, но мне были лучше. Упс, переключаемся. Ну что, посмотрю, что вы напишите. Ну хотя, мне будет интересно послушать, в каком мне купальнике лучше было. Но я знаю, что я изначально поеду все равно в купальнике раздельном. Потому что оно по такой жаре, ну и позагорать уже. Хоть немножко пригореть, скажем так, в хорошем смысле слова. Ехать, наверное, буду в этих своих шортах. Ну, наверное, вот в этой майке. Не знаю, наряжаться, естественно, я не буду. Ну и, в принципе, сумку, девчонки. Что за сумку брать? Или фиолетовую? Она потяжелее. Или вот эту вот синюю, она полегче. Но опять же, у меня только полотенце. Даже когда мы с Сашей когда-то тогда собирались, помните, на море не доехали. Я сказала, носить каждый свое берет. Я говорю, в детстве, юности натаскалась. Я говорю, я сейчас ничего не хочу таскать. Это у меня у бабушки, видите, вот эти вот Ростов Великий, Ярославская область. Стоит вот это все, ни места себе не найдет. Все передвигаю, хочу, чтобы поближе около меня стояло. С духами вроде. Ну, короче, у каждого свои нюансы. Ладненько, все, девчулечки, что я? Буду доделывать капусточку я.